Привет, друзья! Вы на канале Лего Мастер, с вами Константин, и я сегодня хочу показать вам вот такой замечательный набор, который выпустила компания Лего в 2018 году. Это песчаный краулер, как вы видите. Это супер транспортное средство. Естественно, вселенная Звездных войн. У него много функций, на которые мы, собственно, сегодня и хотим посмотреть. А вернее, это я хочу вам их показать. Что ж, поехали! Итак, ребята, перед вами песчаный краулер. Это гусеничное транспортное средство коричневого цвета. И оно принадлежит Джавам. Этот гигантский вид транспорта внешне напоминает танк. Проходимость у него соответствующая. Он совершенно спокойно преодолевает пески планеты Татуин. Джавы использовали их для ремонта дроидов, перевозки их и, естественно, для продажи. Именно с этой целью продать дроидов появляется вот этот краулер вблизи фермы Ларса, где в этот момент обитает, проживает один из главных персонажей саги «Звездные войны» Люк Скайуокер. Впервые этот краулер мы увидели в четвертой части, в четвертом эпизоде «Звездных войн», «Звездные войны. Новая надежда». И вот там Люк Скайуокер, тоже желая приобрести для хозяйства какого-то новенького дроида, он подъезжает к краулеру, чтобы посмотреть, что джавы могут предложить ему на этот раз. В наборе 6 мини-фигурок, и прежде чем заняться самим краулером, давайте посмотрим на фигурки, что они из себя представляют. Перед нами фигурка Люка Скайуокера. Это мастер-джедай, гранд-мастер нового ордена джедаев, сын сенатора Падме Амидалы и Энакина Скайуокера. Естественно, это одна из ключевых фигур всей саги «Звездные войны», и не зря она присутствует в этом наборе, потому что именно после подобной покупки Скайуокером у джав двух дроидов и изменилась кардинальным образом его судьба, и он стал одним из главных персонажей вселенной «Звездных войн». Скайуокер одет в белые просторные одежды, подпоясан коричневым поясом. У Люка два выражения лица. Одно такое сосредоточенное, озабоченное, и второе улыбчивое. Люк находится в хорошем расположении духа. В наборе присутствуют два джавы. Это невысокие гуманоиды с планеты Татуин. Они носят просторные одежды, которые скрывают их с ног до головы, и они кочуют на своих краулерах в поисках вышедшей из строя техники, чинят их, они в этом прекрасно разбираются, и потом они продают отремонтированную технику местным фермерам. Лица у джав скрыты под капюшоном, и мы видим только горящие желтые глаза. Фигурки отличаются только принтами. Как мы видим, у них разные балахоны, одно посветлее, ну а также у них разные ремни, на которых находится множество разных кармашков. Также они вооружены бластерами. Интересный дроид РА-7, это протокольный дроид. Также он известен как насекомоподобный дроид, как вы понимаете, из-за своего внешнего вида. Просто отличная мини-фигурка, видно, что дроид уже не новый, вся поверхность его потерта, что мастерски передают принты на его теле. Второй дроид, который присутствует в этом наборе, называется R5A2. Это дроид астромеханик. И впервые на экране он появился именно в четвертом эпизоде, которому и посвящен этот набор. Это универсальный дроид, который используется при работе с кораблями и техникой. Отличные четкие принты, и видно, что он также пошарпан, поцарапан, как и вся техника, которую продают джавы. Третий и последний дроид, который присутствует в наборе, это медицинский дроид. Торс дроида светло-бежевый, видны потертости, понятно, что большинство краски уже облезло. Естественно, опять-таки, этот дроид не новый, но джавы его восстановили, и он готов к использованию. Внешне эта машина выглядит очень мощно. Основанием для этого краулера служат 4 мощных гусеничных блока, вот они здесь внизу, вы их можете прекрасно увидеть. Сейчас я переверну. В задней части этой машины есть вот такая шестереночка, которая необходима для управления рулевым механизмом. Вот так вот это происходит. У каждого блока присутствует вот такое колесико с резиновой шиной. Это необходимо для того, чтобы краулер двигался по гладкой поверхности, вот, например, как этот стол, совершенно спокойно и не пробуксовывал. Мне кажется, что вот такое решение со скрытыми колесиками внутри вот этих гусеничных блоков совершенно оправдано и прекрасно справляется со своей ролью. Сам краулер коричневого цвета, но также присутствуют здесь и элементы темно-бежевого цвета, вот такие пластинки. Есть немножко оранжевого,
Это символизирует некую запыленность машины и отражает то, что Краулер долго путешествовал по пескам планеты и, естественно, не мог остаться идеально чистым. Корпус состоит из пластин, которые стоят под углом. Это позволяет точно передать форму машины, которую мы видели в фильме. По бокам у Краулера есть погрузочные люки. С этой стороны он закрыт, а с другой стороны он открыт. Для того, чтобы попасть внутрь, чтобы посмотреть, что там, вот эти боковые панели, они съемные. Также панелька сверху снимается. Снимается вот эта боковая панель. И аналогично она снимается с другой стороны. И перед нашим взглядом появляется внутреннее убранство Краулера. Здесь достаточно много места, чтобы разместить нескольких дроидов. Ну и для Джаб здесь тоже места хватает. Задние панели не съемные, но они совершенно спокойно могут вот так вот открываться, что совершенно замечательно. Внутри грузового отсека мы видим навигационный компьютер. Там мы видим некую планету, это скорее всего Татуин, потому что Краулер на ней и находится, на этой планете. Кстати, рисунок на этой пластине — это не наклейка, здесь вообще в этом наборе наклеек нет. Приборные панели вот этого компьютера. И над компьютером мы можем увидеть кран, который может двигаться практически в любую сторону и служит для того, чтобы захватывать дроидов и перемещать их внутрь Краулера. С другой стороны грузового отсека пространство немножко больше, и это пространство используется для хранения дроидов, которых и перевозят Джавы. Также вот здесь вот наверху есть специальные места, на которых могут располагаться бочки. В данный момент они находятся вот здесь внизу на специальной тележечке, но также могут и вот здесь располагаться совершенно спокойно. С задней стороны машины находится двигатель, который позволяет перемещать эту мощную, большую, тяжелую технику. Как это ни странно, машина работает на пару. Гусеничные блоки закрыты вот такими бронепластинами, которые защищают их от всяческих повреждений. В передней части машины находится вот такой пандус, он может опускаться, что собственно и позволяет тележке, которая находится вот там внутри, внутри Краулера, совершенно спокойно выезжать и, естественно, заезжать обратно. Тележку управляет Джава, которую можно спокойно вот сюда вперед посадить. Тележка, понятное дело, призвана перевозить какие-то небольшие грузы, может быть, даже дроиды можно посадить. И, конечно же, она помогает быстро перемещать груз из машины в грузовой отсек или, наоборот, все погрузить внутрь. Надо признать, что достаточно шустро Джава вот на этой тележке спускается с пандуса. Давайте я вам покажу. В передней верхней части Краулера находится рулевая кабина, и опять-таки доступ к ней есть, если вот эта панель открыть, то мы все прекрасно там можем рассмотреть. В середине помещения стоечка с приборами, с помощью которых и управляется эта машина. Здесь достаточно много места. Интересная деталь, что присутствует здесь и красная кружечка, значит, Джава тоже не прочь попить чайку. Как я уже сказал, что наклеек в этом наборе нет, и вот эти все приборы — это тоже принты, что абсолютно замечательно. В передней части вокруг кабины располагаются вот такие желтые прозрачные детали, которые имитируют окна. Вот таким образом выглядит процесс разгрузки, погрузки с помощью крана. Убрать кран внутрь Краулера не составляет никакого труда. Естественно, для полноты картины мне не хватает здесь двух известных роботов. Конечно же, это R2-D2 и C-3PO. И мне кажется, они здорово влились бы в команду дроидов, которые присутствуют в этом наборе. Что ж, я оставляю Люка Скайуокеру торговаться с Джавами. Хочу пожелать ему, чтобы ему повезло с покупкой. И я прощаюсь. С вами был Константин, канал Лего Мастер. Всем удачи, и да пребудет с вами сила. Пока.